В эфире телеканала Music Box специальный выпуск программы Dream Team. Сегодня с вами Кава и Вероника. Сегодня мы на финале проекта Young Voice of Music Box. Мы побываем на красной дорожке, увидим выступления финалистов, а также суперзвездных гостей. Сегодня на финале проекта Young Voice of Music Box на одной сцене с нашими участниками выступят такие звезды, как Монатик, Злата Огневич, Алена. Сегодня без Тамерлана, но тоже не одна. Таяна, Саха, Диана, Даша Пышная, София Куценко. Сегодня наша программа не обойдется без неожиданных сюрпризов. Я вам это гарантирую. Ну а прежде чем мы отправимся собираться на красную дорожку, мы бы хотели побывать на репетиции финала. Мы сможем понаблюдать за закулисной жизнью и узнать что-то новенькое. Ну что, пойдем? Нашим зрителям, что сегодня состоится финал вокального конкурса Young Voice of Music Box. И только что мы побывали на репетиции наших звездных гостей. Много сюрпризов приготовили наши партнеры, о которых мы с огромным удовольствием расскажем прямо сейчас. Наш музыкальный партнер – студия звукозаписи Tata Music. Tata Music – это команда креативных и профессиональных людей в области студийной звукозаписи. Украинское чудо-сеть кондитерских с натуральными сладостями. Мастерская карамели приготовила леденец нереальных размеров для нашего победителя, который мы вам покажем немного позже. Партнер нашего проекта U-Box. U-Box – это твой сюрприз-бокс. Сервис случайных подарков ubox.com.ua – это быстрое и яркое решение при выборе подарка для друга, второй половинки или же для вас. Самый сказочный партнер нашего проекта – Трюфеляндия. Это авторские игрушки ручной работы Анны Дубиковской. Трюфеляндия – любовь дарить легко. Ну и, конечно же, наши информационные партнеры. Генеральный радиопартнер – наше радио. Все будет по-нашему. Генеральный медиапартнер – Юная Леди. Журнал для настоящих девчонок. Друзья, нам пора бежать. Ведь собраться на красную дорожку – это задача не из легких. Красная дорожка – это то место, где каждый, даже самый-самый юный, может почувствовать себя настоящей звездой. Дорожка – это место, где звезды во всем мире демонстрируют свои яркие образы. Платье с глубокими декольте, стразами, пайетками, блестками – все это можно увидеть на известных музыкальных фестивалях. Но наши участники ничем не хуже. Давайте посмотрим, как они подготовились к красной дорожке. Итак, финал. Финал, которого мы ждали все с таким огромным нетерпением. Из-за огромного количества талантливых ребят к финалу добрались только самые-самые. Их в финале ждут подарки от наших партнеров. Давайте посмотрим, что это. U-Box – это сервис случайных подарков. Каждый участник получит вот такую вот коробочку. Давайте узнаем, что там внутри. Они светятся на потолке. Это на потолок вешают, да? У меня такие, да, в детстве для были. Для тем, кто боится спать без света. Так. Кошелечек для монеток. Это кошелечек? Да, это кошелечек. Дальше резиночки. А также всеми желанная. My bottle. Да. В чехольчике. Класс. Вау, Вероника, смотри. Специально для тебя. Многократное отражение. Это же конфетки, тут целых 200 грамм. Вишневые – это мои любимые.
Микс Фикс Крем. Вау! Как думаешь, что это? Даже не могу себе представить. Что же это может быть? Это, наверное, для наушников. Да, точно. Так, что здесь у нас? Яблочные часы, которые работают от яблока. Мне кажется, это неплохой подарок. Здесь конфетки, 3 упаковочки. И здесь конфетки. Карамельные. Класс! И много-много полезных других вещей. Как мы уже говорили, наш партнер «Мастерская карамели» сделали для победителя уникальный сюрприз. Это вот такой вот огромный леденец с надписью «Young Voice». Но это еще не все подарки от «Мастерской карамели». Наши финалисты получат яркие наборы в тубусах и карамельный микрофон. А вот в настоящий микрофон спеть ребята смогут, воспользовавшись сертификатом от Tata Music. А первая тройка победителей получит вот такие вот подарочные сертификаты. Трюфеляндия. Делаем игрушки для нас. Трюфелята. Так своих кукол называет сама автор. С подарками мы разобрались. Ну а теперь пошли скорее смотреть на выступление финалистов. Удивляют наши жюри, предлагаю немного пообщаться со звездными гостями проекта Young Voice of Music Box. Дима, здравствуйте. Здравствуйте, Лиза. Совсем недавно Лобода порадовала новым альбомом, в котором есть ваш совместный трек. Скажите, будет ли клип на песню «Жарко»? Я не уверен по этому поводу. Мне кажется, что достаточно того, что эта песня входит в альбом Светланы. Большая радость для меня быть частью, маленькой каплей в океане большой-большой проделанной работы команды Лободы. Посмотрим, я не знаю. Посмотрим. Спасибо. А мы продолжаем общение с нашими звездными гостями. Алена, здравствуйте. Здравствуйте, привет. Совсем недавно состоялась премьера вашего альбома «Потоки ветра». Скажите, как долго вы записывали этот альбом? Мы записали этот альбом за 2 недели. Просто закрылись в студии. Аранжировщик просто был в шоке наш, который создавал музыку для нашего альбома. Естественно, каждая песня вкладывалась в душа, тело, искались какие-то фишки, какие-то звуки крутые. Мы довольны нашей работой, довольны нашим результатом. Когда, если я слушаю свою песню у себя в машине, значит, все прошло хорошо. Скажите, а какие песни туда входят? Совершенно разные. Есть хип-хоп, есть поп, есть синти-поп, есть медленная красивая песня «Какого цвета», которую помогал нам создавать Баста, Вася Вакуленко. Вот. Есть R&B, есть даже песня про измены. Если честно, пока что комментариев я не слышала об этой песне, потому что все привыкли, что у нас очень много позитива и любви. Но вот по поводу песни про измены я еще жду этого слушателя, которому понравится эта песня. Очень необычная и необычная тематика. Спасибо вам большое. Таяна, здравствуйте. Доброго дня. Вы оценивали участников полуфинала, а теперь финал. Скажите честно, за кого болеете? Честно, я вболівала за кожного, тому що вони всі достойні. Я люблю хоробрих виконавців, хоробрих дітей. Ну, у каждого человека ж є фавориты. Хто був у вас? Я вже сказала, я за всіх. Я люблю дуже дітей, вони для мене всі як рідні. У вас були якісь смішні ситуації, зв'язані з конкурсом? На жаль, я не можу зараз припам'ятати якихось таких історій, але в мене дуже часто на конкурсах під час виступу вимикався мікрофон. Дякую вам за інтерв'ю. Бажаю, щоб у вас більше мікрофон не вимикався.
Привет, Диана. Привет. Сегодня ты была ведущей конкурса. Расскажи, как тебе? Я отримала безліч вражень і позитивних емоцій, адже все-таки я вже не перший раз пробую себе у ролі ведучої, але цього разу я була надзвичайно вражена творчістю і талантом усіх артистів, усіх учасників і гостей. І, якщо чесно, саме сьогодні я відчула справжню насолоду не тільки від перебування на сцені, а дивилась сама цей конкурс як слухач, як глядач, і це було надзвичайно. Я дуже щаслива, що у мене появилась можливість спробувати себе знову у цій ролі. З ким би із відомих артистів ти би хотіла спіти в дуеті? Якщо чесно, то зі всіма. Але в першу чергу це Стояна, адже вона дійсно така талановита артистка з чудовими голосовими даними, з прекрасним голосом. Мені дуже подобаються її пісні, особливо ця пісня «Осінь», яку вона сьогодні виконувала. І, звичайно ж, хотілося б попробувати себе у дуеті разом з цією легендарною співачкою. Дякуємо тобі велике, бажаємо тобі дуету з Стояною. Девчонки, привет! Привет! Совсем недавно ты выступила дуэтом с Рожденом. Скажи, как прошло выступление? Петь с Рожденом – это одно удовольствие. Он потрясающий музыкант, он чувствует музыку, так как никто ее не чувствует, мне кажется. И да, было потрясающе. Я надеюсь сейчас петь с ним не раз на концертах. А планируются фиты проекта «Сахо» с кем-то в ближайшем будущем? Ну, хотелось бы, да. Конечно, планируется. У нас всегда есть список грандиозный. И мы будем удивлять новыми хитами. Вот скоро выйдет наша новая песня. Но не будем раскрывать все секретики. Хотелось бы, конечно, записать очень много фитов. Я и хотела бы и с зарубежными звездами. Но это все в планах. Я думаю, мы рано или поздно это сделаем. И мы все же добьемся этого. Потому что мы идем и идем успешно к этой цели. Я знаю, что прошлым летом вы посетили фестиваль «Лайма Вайкули Юрмала Рандеву». А куда планируете этим? Конечно же, мы планируем не раз еще посетить Лайма Вайкули Рандеву, и этим летом мы очень надеемся, что мы поедем, потому что атмосфера, весь шоу-бизнес рядом и новые знакомства – это всегда хорошо, поэтому, конечно же, мы обязательно поедем. И этим летом планируется очень много всего, поэтому это все неожиданно происходит. Но... Насчет ближайших событий, вы можете найти нас в списках гостей Paradise Holiday в Тунисе. Это будет совсем скоро, в мою. Надеюсь, мы там выступим. В общем, у Сахи самые грандиозные планы на этот год. И не только. Спасибо вам большое. Здравствуйте. Злата, скажите, сегодня состоялась премьера вашей песни. Расскажите немного о ней. Эта песня очень легко создавалась, и я хочу, чтобы она также легко зашла в уши, сердца всех-всех слушателей. Это такая украинская музыка современная, какая должна быть, я считаю, на уровне мировой. Мы очень старались сделать трек в тренде. Слова писала я совместно с Мариной Левченко в поездках гастрольных, собирались у меня дома. Но вот в итоге получилась очень классная песня. Мне просто реально хочется бы нее танцевать и танцевать. София, расскажи, как тебе пелось с такой замечательной артисткой? На самом деле мы уже не в первый раз работаем. Каждый раз очень приятно работать вместе с Златой. Каждый раз новый опыт, новые эмоции. Как сказать, все было отлично. Я думаю, что мы поработали на все 100%. Было все супер, и песни прониклись, и было все хорошо. Даша, привет! Привет! Я знаю, что ты не первый год знакома с Монатиком. Расскажи, как тебе сегодня с ним пелось в дуэте? Ну, сегодня мы очень классно выступили, как я считаю, потому что мне понравилось очень. Монатик, он пытается как-то поддержать тебя на сцене, показывает, что тебе нужно делать, если ты растерянный. Но было очень приятно работать, потому что все-таки профессионал своего дела, и было очень интересно набраться опыта. Совсем недавно вы сняли клип с вашей группой «Неон». Расскажи, о чем он будет? Ой, этот клип будет полностью про наше, перевоплощение из маленьких в более взрослых девочек, я не знаю, как сказать. И мы меняем полностью образ, название и начинаем сначала. Поэтому я не буду раскрывать все карты, но вы увидите нас в новых образах. А как скоро мы увидим вас на экранах? Если честно, я без понятия. Сейчас клип монтируется, но надеюсь, что будет скоро. Спасибо тебе большое.
Финал конкурса Young Voice of Music Box подходит к своему завершению. Мы познакомились со всеми участниками и звездными гостями. И теперь пришло время награждения. Давайте прямо сейчас поднимемся на эту сцену и узнаем, кто стал победителем проекта. А переможцем другого Young Voice of Music Box стає Христина Олексюк. Привет, Кристина, я поздравляю тебя з победою. Розкажи о своїх емоціях. Взагалі я не очікувала на цю перемогу, в мене емоції просто переповнюють мене, ну, це просто нереально, чесно, дякую. Ти очікувала, що виграєш цей конкурс? Взагалі ні. Просто взагалі ні, тому що я цю пісню написала сама, і якби це моя перша пісня. Я писала її півроку, і я не очікувала, що вона зможе сподобатись комусь. Взагалі, тому що це перша пісня, знаєте, не завжди вона може вийти вдалою. Ти писала цю пісню спеціально під конкурс чи раніше? Ні, взагалі я цю пісню писала набагато раніше, десь півтора року тому. І я не очікувала, що вона взагалі має якийсь шанс і має якесь життя. Взагалі я просто написала її і показала педагогу по вокалу. І він сказав, що це реально крута пісня, і він мене підтримав в цьому. Спасибо большое тебе за інтерв'ю. Желаю не останавливатися на достигнутому і йти тільки вперед. На протяжении трех программ мы рассказывали вам о событиях конкурса Young Voice of Music Box. Мы познакомили вас со всеми участниками проекта и звездными гостями. Ну а теперь пришло время прощаться. Это был специальный выпуск программы Dream Team. С вами были Вероника Ус и Кава. До скорых встреч!